собрались на джипинг, приоделись, шляпы. Сейчас поедем джипинговать. Сейчас выходим уже по какие-то водопады. Поедем мы на джипинг. Сказали надеть купальники. Наверное, будем купаться под водопадами. Так, рюкзачок вот такой. Ой, не видно его. Ну все, закрываем Настасья дверь и поехали. Настя узнает про джипинг. А спроси, Настя, сегодня есть? Какое время? 9:30, 13:30, 17:30. Так, про джипинг. 9:30, 13:30 и 17:30. Трехчасовая прогулка на джипинге. Что нам сказали? Предстоит купание в водопадах, потом какой-то концерт, потом еще какие-то скалы, горы. В общем, виды должны быть красивыми. Кошка у нас тут лежит, провожает. Вот, ветерок у нас спал. Опять душновато. Душно, а? Так, ну все, портфель со мной, телефон со мной. Все, поехали. Будем спускаться. Будем спускаться. Нам нужно пройти к магазину Магниту. Там нас ждет уже джипинг. Джипы мы любим. Кататься с трясучкой на джипах мы тоже любим. Поэтому поехали. Возвращаются музыкальные ребята. Купили два тортика с музыкальной машины. А вон он, наш джип едет. Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. За нами. Ура, ура, мы здесь. Опачки, поедем. Что, держаться крепко надо? Это завязывал с рэпом дважды. Расслабиться надо? Ну ладно. Хорошо. Независимо от крепости, жести, оставаться вместе. Все, что у меня есть, справимся путь. Немножко два слова про нашего водителя. Это Григорий. Мы с ним по рекомендации. Самый лучший из лучших. Самый лучший. Джип и здесь. Лучший. Мы же по рекомендации едем, конечно. Обязательно. Ну, не просто так. Позвонили и поехали. Так что пусть вся Россия видит лучшего. Как называется правильно? На джипе кто ездит? Человек. У вас есть такое название? Как водитель или как? Или просто водитель Нет. джипа? В общем, джиппинг, короче. Водитель джиппинг Григорий. Лермонтова, да? Лермонтова. Тот самый армянин. Тот самый армянин, он потом еще номер телефона даст. Да, если что, молодой, конечно. Холостой. А, молодой, холостой даже? Да. Ой, девочки, смотрите, со всей России. Молодой, после, холостой. После 12 свободный. О, а что-то 12 джиппинг у нас, что ли? Ночной слим у нас тоже Ух есть. Ух ты. Готовьтесь к взлету. Памперсы сядет. А вы ведете это, да, репортаж? Ну так, конечно, интересно же. Потом посмотрим. Вот мы едем. Полупьяный, полумокрый дождь, и слезы плавят мою ладонь. Сам не знаю, уже пою о ком. Красная вся, как калейдоскоп.
Приехали на дегустацию вина. Здесь стоят вот такие красивые чашечки. Сейчас 18 лет. Мы сейчас будем пробовать вино. Как интересно. Так, это гранатовый браслет. Это виноградное вино. Это прошлогодний сорт. Это белое виноградное вино. Пробуем, дегустируем. Но все равно мне больше всего из-за было сладкое понравилось. Смотрите, прямо тропинку вверх, видите, вон где люди спускаются. Когда поднимаетесь, там у нас зоопарчик живет. Спускаются. Видите, вот где лавочка, вот где люди стоят прямо. И здесь такая дорожная, такая лупая. Зашли, обмазали дисли, обязательно минут 5-10 простояли. Здесь вот напиталось, по тропинке направо вниз река идет. Нельзя обнимается. По селечке рядом с ними, прямо душевые кабиночки я разбираю. Называется здесь Афуна. Здесь как вообще только можете поиграть на фантасе. Тоже все равно есть. Кафешки, кафешки национальные. Вида, девчата наши там, она которая было через дрожжи, потом сладкая вата. Вот помню, так же можно принимать эти дистанции, бесплатно, дегустируйте, снимайте, приобретайте. Видите, вон где концерт идет? Это концерт, кавказский танцы. За столы не садитесь. Сразу что аккуратненько становитесь и смотрите. Вот там прямо у нас будет сладко. Я заказала себе шашлычок, потому что была дегустация вина. Теперь закуска. Здесь идет концерт такой, я слушаю, адыгейцы, кубанцы, кавказцы, здесь все, короче. Дегустация, вон там она. Дегустация тоже бесплатная. А здесь дегустируют сыр, мед и что-то еще. Да, хорошо. Веселая остановка и концерт такой кавказский. Шашлык очень вкусный. И речка, и глина. Все можно. Я зоопарк еще не сдам. Но зоопарк вот туда вверх. Мы на зоопарк уже не пошли. Перевозят вот такие здесь водопадики. Вот такая красота. Люди фотографируются. Иду. Сланцы скользкие, пробираться очень неудобно, когда они намокли. Вот что нужно было сюда брать, это дополнительную обувь. Ой, далеко я, наверное, не пойду. Пусть Настя там... Ой, далеко не пойду. Там где-то второй водопад. А туда еще далеко? А, рядом, да, тут? Вон наши ребята по джипингу. Семья, с которой мы поехали на джипинг. Они пробираются, нафотографировались, идут. Какой красивый конь. Красивый.
И Настя идет. Да, очень красивое местечко. Очень красивый водопад. И особенно, как пробираемся по такой вот дорожке. По каменистой. Красота просто. Ой, дышится как легко. Так, ну что, едет за нами трамвайчик. За нами едет трамвайчик. Сейчас мы поедем на ту сторону. На сторону все сняла. Каньон нас везут. Вот здесь вот как водопад смотрится, через который мы ехали. Его не видно с той стороны, а здесь видно. Вот он какой. Салон здесь еще. Что, не стало сюда? Салон сюда. Не, не буду. Какая кавказская одежда, красивая. Все купаются, там еще пещера есть. Вода такая прохладная, пока заходишь, а потом уже и тепло. У какого мальчика фотографируют. О, какой. Вот как. В общем, фонтане. Первый раз купалась в водопаде, говорю, в фонтане, в водопаде купалась. Господи, ну, купалась. Сейчас уже поедем, наверное, домой. Дзиппинг очень понравился. Какой нарядный. Ой, какой нарядный, какой нарядный. Ой, какой красавец. Горный житель. Ой, какой красавец. Кто еще будет фотографироваться в таком наряде? Мужчина хочет еще фотографироваться в таком наряде. Сейчас посмотрим. Ох, а девушка хочет. Девушка. Вот так. Мужчина вот так. Такой коричневый. А женщина белая. Как красиво получилось-то. Женщина.